Ребят, всем привет! Сегодня 30 октября, я в аэропорту сижу, и мы сегодня летим в Доминикану. Мы летим. Доминикана. Что будем делать? Еще что будем делать? Из Лос-Анджелеса до Доминиканы занял у нас 9 часов. В аэропорту нас радушно встретили с песнями и плясками. Также в аэропорту мы поменяли деньги. $1 – это 50 доминиканских песо. Курс примерно везде одинаковый, так что не волнуйтесь, меняйте где хотите. Мы приехали в отельчик, едемся. Хочу показать вам наш отель с высоты птичьего полета, потому что у нас был просто нереальный, очень красивый белоснежный отель. Называется он Rio Palace Punta Cana и находится в самом центре Пунта Каны, в районе Баверо. Пляжи были очень чистые и красивые до того момента, как прошли дожди. Нас уже атаковали и русские, и нерусские товарищи, которые пытаются нам что-нибудь продать. Все говорят по-русски, все говорят по-английски, говорят по-испански, как только еще не говорят, хотят что-нибудь тебе впарить. Впечатление с первого дня, конечно, вообще бомбически, очень красиво. Я бы сказала, красивее, чем в LA, красивее, чем в Таиланде. Очень круто, очень красиво. Нереальная вода чистая, просто теплая, как в ванной. Небо нереальных цветов каких-то, как будто уже обработанное, так что просто мы довольны. Супер раннее утро, 6 утра, вот как красиво выглядит здесь утро. У нас сегодня ранний подъем, потому что кое-кого, во-первых, сегодня день рождения, а во-вторых, потому что сегодня мы едем погружаться с аквалангом и смотреть на рыбок в масочках наших новых красивых. Половина английский, половина какой-то местный, но я думаю, что все будет круто. Идемся.
Погружались мы на глубину примерно 10-12 метров. Нам все очень-очень понравилось. Подводный мир — это просто другая планета. Когда я уезжала из дома, я весила 48 килограмм. Обжираловка в нашем отеле была просто нереальная, и даже интересно, поправилась я или нет. Хотя не поправиться, наверное, было просто нереально. И все очень вкусно, я обожаю морепродукты и вообще покушать люблю. Вот такой вот ужин. Две тарелки только мои. Если это вот эти, что же мои? Андрей кушает, конечно, маленький. Как резервация, если честно. Можно попробовать все. Абсолютно неподготовленные, у всех, блин, и ванданы есть, и купальники есть. Наш гид нас, короче, не предупредил об этом, так что нам пришлось все покупать, и купаться мы не будем. Вот такая красивая у меня розовая вандана, все розовое по жизни. Короче, я все в самом белом, чисто белые кроссовочки у меня, белые шортики, все беленькое. Приехала на байке, вот такие вот, близнющие кататься, все нормально. Просто вот сюда вот, внимание, вот сюда вот, прямо вот сюда вот. В общем, ребята, вот такая вот ситуация с кроссовочками происходит. Деленький. Мы все грязные. Я очень хотела себе бежевые кроссовки. Вот, пожалуйста, мечты сбываются. На всем лице. Все, о чем я сейчас мечтаю, это просто помыться и намазаться кремом. Потому что у меня просто сохнет вся кожа. Вот самое главное, что все 6 дней или 5 под командир я вообще ни разу не красилась. Ни разу не красила ресницы. И именно в тот день, когда мы просто все ухватили сейчас помыться, у меня накрашены ресницы. Я тут ко съемке. Вот такой машины! Вещи выглядят вот так, как будто я не знаю, что мне делать. У меня даже нет никаких сомнений. Вот такая вот у меня маечка. Ну и самый, конечно, большой удар достался шортом. Шорты просто полная жопа. Я даже не знаю, возможно ли это чем-то
отстирать, но все равно повезу с собой домой. Посмотрим, может, я там что-нибудь могу сделать. Ну и моя белоснежная курточка. Салат цвета детской неожиданности. Вот так вот. Прощальным взглядом окидываем наш райский уголок и начинаем собираться на аэропорт. Вот мы подошли к концу нашей каникулы недельной, и мы счастливы и рады, что мы здесь были, даже при том, что дождь испортил нам парочку дней, но последний день, конечно, все это восполнил. Все классно, нам очень понравилось, очень красивый отель. Очень хорошее обслуживание, все прям на уровне классно. Все, пошла dripping lights, paint the sky.